Беспризорник Эрнест работает на вокзале немым. У него нет друзей, нет дома, и жизнь кажется серой и безрадостной. Дай вам Бог хорошо приземлиться и хорошо взлететь. И чтобы все родственники у вас были здоровыми. Слушай, парень, как тебя звать? Толик. Анатолий, возьми деньги. Что-нибудь купишь? Возьми. Спасибо. У провинциальной девушки Риты на вокзале украли чемодан с вещами. Рита совершенно одна в чужом суетливом городе, без документов, без денег и без адреса ее мимолетного друга. Мам, прости меня, что я у тебя деньги взяла. Прости меня. Мам, я в Москве. Меня обворовали. Вытащили все, и деньги, и документы. Мам. Мама. Мам, я беременная. Что мне делать? Им нечего терять. Случайная встреча, и теперь они вместе учатся выживать в этом равнодушном мире. Елена Полякова и Александр Якин. Парниковый эффект. Сегодня вечером на телеканале «Самара ГИС».